А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Ранее в Resident Evil Revelations. Мы приближаемся к королеве Зенобии. Встречаемся в холле корабля. Все о королеве Зенобии и тайнах, которые они хранят. Какие тайны? Джессика! Зачем ты стреляла? Реймонд? Что? Зачем играть роль Вельтра? Что ты имеешь в виду? Выясни правду о Серой Земле. Так вот в чем секрет Зенобии. Resident Evil Revelation. С вами Джаз Джекс, и мы продолжаем проходить эту игру. 9-й эпизод. Нет выхода. Погнали. Надеюсь, видео все еще будут выходить. Место аварии 2050. Паца, пацка. Этот там все пытается читать, этот уже все, этот уже до свидания. Он даже, наверное, не замечает, что ему холодно. Что за... И что, черт возьми, ты сделал? Ничего я не делал. Смешно. Слушай, я не знаю, что он мерзнет, если там у них самолет как бы горит, можно подойти погреться. А, не говори мне, что батарея села. Вот попали. Плюс в том, что мы почти раскрыли весь этот заговор. Нужно вернуться в аэропорт, сейчас же! Эй, погоди! И? Никого нет. Даже другая группа смоталась. Так что мы здесь делаем? Хе-хе. Это нормально. Я открыл лазейку. Мы можем войти с любого КПК. Что ж ты молчал-то, а? Если моя теория верна, то правда Вельтра на самом деле... Рано говорить. Ты разыгрываешь меня? Не хочу делать поспешные выводы. Нужно больше данных. Команда Эргим, твою мать. Опять мы за этого бровястого играем. Хорошо, поищем компьютер. Здесь еще есть место, которое мы не могли... Это нечто, карапатапа, парапапа, да-да-да-да. Заткнись, пошли. Так. Что у нас там? Давай-ка мы на всякий случай. Опа. Ой, в твою мать. Так, давай-ка сюда зайдем. А, блин. А он нас все тут ждет, а мы уже свалили. Ты посмотри. А патрончики можно? На какой-нибудь автоматик там? Похоже, это фрагмент манифеста. Судьба, и я не хочу показаться дерзким, вершится еще до того, как мы успеем высказаться. Она – веление высшей силы. Нечистые не будут прокляты, их судьба – быть разодранными клыками псов. У меня не будет жалости к жертвам мира сего, они сами сотворили свои беды, этот же мир лишил собаку зубов.
Больше не буду я выйти, я буду точить клыки, так понятно. Ну, херня какая-то. Так. Что-то на полочке у нас тут есть. Патроны к пистолету. Так, о, вот это хорошо. Ну и все, собственно, пойдем. А невидимка тоже здесь? Не хотел бы я сюда выходить. Блин, ну печально, мне кажется, с пистолетом здесь будет такой себе ходить, потому что... Тут целая куча этих охотников. О, не. Это что, на самом деле МБ-28? Гриндер, это то, что я хотел. Ладно, к делу. Что за черт? Ничего не происходит. А что ты делаешь? Мне нужно, говорит, больше электричества, более большая мощность. Здесь где-нибудь должен быть генератор. Так. Так, смотри, мы можем... Че? Пистолет пока что нахрен. Взять лучше снайперскую винтовку. И со снайперской винтовкой лучше побегать, потому что, как показала практика, снайперская винтовочка, как бы, это тема. Надеюсь, что этот кусок ржавчины сработает. Да сейчас, блин, не ори, дурак. Подожди, у меня тут это. Мне тут это самое. Магнум. Ну это потом, ладно. Сейчас с РПГшкой сначала побегаем. Так. По-любому сейчас что-то будет. 100%. Ты давай, анализируй, анализируй. Так, что-нибудь и выяснил? О, сейчас полезут со всех щелей. О, тут же полезли. Так, я понял. Так, ну все нормально, они здесь. Все, все ок. Так. Подожди, не понял, где? Понял. Хлеборезку. Замолчи свою. Так. Вау! Понял. Так. Понял. Вещи, блин.
Так. Да, понял. Пятьдесят 54%, понял. Воу! Че, не удалось, да? Понял, спрыгиваем. Бежим. Ага. Залезь. Так. Монстр-невидимка, понял. Так. Да уж. Да ты чё гонишь? Да ты гонишь. Сто процентов, детка, да? Чё? Чё? Куда? Чего? Попреди же ка лошади, парниха. Так, чё, пистолет надо? Или вот так оставим? Пистолет нам, в принципе, не особо нужен. Фу. Ну, я думаю, кстати, за них мы больше не будем играть. Ну, было так, напряжно. Средне напряжно было. Но лучше так, чем, блин, с этими боссами тупорылыми сражаться. Так, это все объясняет. Объясняет что? Кто стоит за Вельтра? Да, возможно. Это лишь один способ это узнать. Спросим его сами. Это Фаркпол. Говорит О'Брайен. Какого черта? О'Брайен? Директор О'Брайен. Я, похоже, сложил головоломку воедино. Вельтра никогда не возвращалась. Это все шаманство, спланированное вами. Ваш спектакль с участием Вельтра, чтобы проникнуть кое-кому в голову. Да, в целом ты все понял. Я рад, что плачу тебе не просто так. Я проанализировал его журналы, сэр. Кое-что может и вас заинтересовать. Покажи-ка. Есть, сэр, отправлю немедленно. Что происходит? Ошибка подключения? Нас обнаружили! Эй, Квинт! Два отважных искателя правды разыскиваются, живыми или мертвыми, прямо как агенты Сокола Снеговик! Ты сдохнуть хочешь со своими машинами, идиот? Слышь, подожди, я почти... До свидания. Квинт! Кит! Нихера их там забомбардировали. Бомбардернули нормально так. Ну и все, чё. Какой кошмар. Тух. Не, ну тут все предельно понятно. Все, этих убили.
Хотя, скорее всего, они выживут, но не точно. Типа, два таких ярких персонажа, в кавычках, конечно же. Я так понял, их хотели сделать прям такими, вау, какими-то там чудиками выделяющимися, но что-то как-то хреново. Непонятно. Вот вирус. Лаборатория, 3.16. Ёб твою мать. А там дышать вообще можно? Ну, как бы там... Он же воздушно-капельным должен передаваться, это же вирус, да? А они прям там внутри, в цистерне. Нужно прекратить распространение вируса. Знаю, система управления должна быть где-то в лаборатории. Что делаешь? Крис! Ты че? Угу. Так. Дверь не желает открываться. Сука. А, смотри, все нормально. Да. Теперь все окей. Теперь мы можем тут пройти. Так, что по патронам у нас? В принципе, у нас все еще дофига. А, здесь должно быть какое-то замковое устройство. Так, а там? Ну, там такого нет. Поэтому давайте пройдем сюда. Так. Петь аптечек — это хорошо. Так, ну у нас, кстати, еще пара боем к автоматах есть. Скопилось. Будет, наверное, довольно неплохо их с собой взять. Материалы разработки молокоды. Разработка кодового названия молокода началась по чистой случайности. В рамках исследования морского биоорганического оружия мы инфицировали разные виды рыб вирусом T-Abis. Один из испытуемых случайно был заражен паразитами. Гиродактулус саларис, малый наружный паразит класса моногеней. Когда вирусом T-Abis заражается носитель, вирус действует не только на носителя, но и на паразита. Уникальные мутации, вызванные двойным заражением, позволили нам усовершенствовать разработку биооружия в целом. Личинка молокоды достигает лишь 1 см в длину. Из-за малого размера она может применяться для заражения носителя путем выделения жидкости, содержащей вирус. Паразит мутирует внутри носителя и быстро созревает. Возможно, синергический эффект вируса T-Abis и секрета вызывает ускорение обмена веществ в организме. Размер которого может достигать молокода зависит от размера носителя. И хотя необходимы клинические испытания, можно сказать, что если носителем станет кит, то молокода может расти бесконечно. Второй дневник агента Вельтро. 2004 год, более 2 дней после миссии. Миссия выполнена успешно. Теперь Серая Земля — настоящий ад на Земле. Мы выпустили опаснейший вирус, чтобы террор и насилие разорвали город. FKB, наверное, все же правильно будет читать. FKB прислала солдат, но они были похожи на ягня, столкнувшихся со львами. Мы достигли своей цели. Мир будет знать, что ад не заставит себя ждать, он уже здесь. Мир, открой глаза. Открой глаза и узри истину. Бернард Корти. Более 5 дней после миссии. Корабль заражен. Вирус обратил моих товарищей в жутких монстров, и эти монстры превращают в монстров всех вокруг себя. Почему это происходит? Мы собрались принести ад в массы, а не навлечь ад на себя. То же самое происходит на Семирамиде. Вирусом заражены все корабли. Это не может быть совпадением. Кто-то нас все время использовал. Но кто? Никто из нас не предал бы Вельтро. Это мог сделать только наш таинственный финансист. Он единственный, кого здесь нет.
Норман, нам нужно твое наставление. Избавь нас от этого зла. Короче, их тоже предали. Они были за идею, но идея их предала. Так. Что у нас тут? О, патроны к магнуму, это хорошо. Патроны к магнуму, это замечательно. К магнуму. Дробовичок. Так, а мы магнум... Блин, мне бы... Знаете, мне бы... Вон есть. Подожди. Стой. Так, вот у нас магнум. Большой, во-первых, магазин. И скорость стрельбы. 1200. Слушайте, а у этого 200. А у этого 1200. А, вот почему. Ну-ка. А так 1500. А так 1200. А так 1680, а там было 200, да? Ладно, давайте уже этот оставим. Так, и, наверное, пока... У снайперки мощь 1100? Да? Блин, ну даже я не знаю, если честно. Ладно, давайте пока заменим. Так вот сделаем. 10 из 10, как говорится. Я взломал программу кода двери. Теперь она открыта. Осторожно там. Постараюсь, можешь на меня положиться. Блин, ну я вот, знаете, если честно, не знаю. Блин, хорошей ли идеей было брать с собой... О-о-о. Так, ну что ж, идем. Там были какие-то патроны. Так. И что это поменяло? А. Так, ну у него там записка какая-то лежит, и у него, походу, образец... ну понятно, это эти, улитка. Или как ее там, гомункул, короче, этот здоровый. Да, ясно. Да давайте уже, чё. Высадим до конца патроны, чтобы...
чтобы потом вернуться. Сейчас мы, наверное, вернемся с вами, возьмем снайперскую винтовку вместо... Ладно, пока не возьмем. Здесь должно быть какое-то замковое устройство. Ну вот оно. Хотя, блин, автомат это, конечно, такая штука. Блин, ладно. Сука, уговорили. Этот прибор служит для инокуляции. Так, карта лаборатории. Я понял. Сейчас вот. Оп. Тут сейчас на нас чуть нападет. Смотри, сейчас чекай на обратном пути. Я же сказал, да, 100%. Смотри. Это здоровая вот эта махна, которая плавала там, которую мы расстреливали с пулемета. Прикинь, такая херня. Она сейчас на нас нападет, я вам отвечаю. Не понял. Твою мать. А я-то уже думал, что за... Так, журнал «Заражение королевы Зенобии». Следователь Райан, идентичный номер такой-то, такой-то, 2004 год. Когда отзвучала последняя нота в трагедии, называемой «Паникой на Серой Земле», мы захватили корабль и приступили к выполнению задания быстро и скрытно. Город был уничтожен чертогом солнца, теперь это судно единственное распространение, место распространения и мутации вируса Ти-Абис и проведения вспомогательных исследований. Это превосходная среда для проведения исследований, и из нее нужно извлечь максимальную пользу. Единственная беда – организмы, зараженные вирусом Ти-Абус. Единственная беда – организмы, зараженные вирусом Ти-Абис. Они сильно затруднят нам исследования. Совсем скоро это место, подходящее для занятия наукой и исследованиями, будет кишеть разными тварями. Нужно действовать быстро. 2005 год. Наше исследование вируса продвигается довольно хорошо. Нам удалось разработать нужную вакцину. Наши цели достигнуты, и в этом судне больше нет необходимости. Мы решили покинуть его. Несколько человек из нашей группы не дожили до этого момента, но такова цена проведения исследований. Когда мы сказали Лейнсдейлу о разработке вакцины, он проявил несвойственную ему радость. Несколько страниц вырвано, а затем коряво написано еще кое-что. Сразу после отправки данных исследований двери помещения закрылись, а биоорганическое оружие пробудилось от криогенного сна. Не понимаю, как я мог увидеть, что не только Вельтра была пешкой во всем этом. Почти смешно в самом деле. Теперь понимаю, что это он спланировал все эти события. Он дал террористам вирус Ти-Абис, что привело к панике на Серой Земле. Это дало нам массу ценной информации об инфекции и в итоге привело к разработке вакцины. Благодаря своему авторитетному положению он уничтожил чертогом солнца и вирус, и террористов, и всех дураков в том городе. Заодно исчезли и следы, которые могут вывести на нас. Но в итоге вирус вызвал беспокойство во всем мире, вследствие чего был дополнен и расширен устав ФКБ. Я поражен тем, с какой точностью Лейнсдейл спланировал все эти события. Они, несомненно, войдут в историю. Надеюсь, спрос на эту вакцину принесет оставшимся из нас хвалу и богатство по праву причитающимися нам. Образец вакцины. Крис, ты не поверишь то, что я сейчас узнала. За нападением на Таргерию стоял Морган Лейнсдейл. Так вот, о чем Реймон говорил. Наверное. Так, а мы теперь не можем вернуться обратно, получается, да? Получается так. Получается, смотри, мы никак не можем вернуться обратно. Но получается, нам сейчас только опять же... Ну да, видишь, никак. Увы, но получается нам только вот в эту сторону. Может быть, нам нужно опять будет сейчас нажать на кнопку. О, ну ясно, мы там будем плавать.
Мы там будем плавать. Так, сохранение. Прототип вакцины введен. Так, что, она теперь вакцинированная? Вакцина впрыснута. То есть на нас теперь не действует ничего, да? Нет ответного сигнала. Ну я понял, сейчас, смотри, сейчас нам выбьет эта тварь, сейчас нам выбьет всю эту. Смотри. Давай, выбивай уже. Че, не? Не понял. А, вон там у нас наверху еще что-то есть. У нас еще наверху есть какой-то лифт. Да? Или нет? Нет. Так, а куда нам идти в таком случае? Так, надеюсь, что вакцина может подействовать. Нет ответного сигнала. А как нам тогда лазер выключить? Непонятно. Непонятно. Нет. Так, ну вот мы идем сюда. Идем сюда. Это нам уже не нужно. Это нам уже больно. А как нам выйти-то? Алло. Тут не пройти, здесь не пройти. Так не пройти. И тут не пройти. Вот тут вот выход вот. Да ёб твою мать. Не понимаю. Понимания нет. Полное отсутствие. Так. И тут тоже нет. Не понял. Либо сейчас чего-то не произошло, либо я чего-то не понимаю. Либо нам сейчас надо что-то идти и сканировать, потому что тут нечего сканировать. Не понимаю. Сейчас будем гуглить. По идее, все должно работать. Так, какая там у нас глава? Найдите пароль.
подожди, нам нужно найти пароль. Так, слушай, так может быть пароль как раз-таки где-то тут? Сканировать нечего. Это знаете, как было у меня в этом... Ghostwire, который Токио. Когда я, блин, бегал, искал, а оказывается, оно было рядом и очевидно. Так, найдите пароль. Твою мать! Загрузка выполнена. Проверочный код, отлично. Свяжемся с Крисом. Эх, вовремя мы вакцинировались. Джилл, выйди на связь! Отвечай мне, мать твою! Так, возвращайся немедленно. Так я пытаюсь. Подожди. Джилл, ты в порядке? Да, пока что да. Сейчас будет супер тварь. Джилл, я узнала секретный пароль. Так, теперь давай нейтрализировать вирус. Урон 5. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Так. Ну что? Блин, две обоймы есть. Будет 234. А у тебя... 200. Ну, тоже неплохо. Ну, наверное, нам сюда. Три патрона к магнуму. Так. Я так понимаю, нам вон туда. Нет. А чё, обратно? Сюда? Джилл, куда ты? Ну, куда-то? Так, нет ответного сигнала. Нет ответного сигнала. Не желает открываться. Так она не открывается, алло. А куда нам идти-то? Это была единственная дверь. Балбес.
чё я туплю в этой серии, а? Вот кто-нибудь мне скажет, вообще нет? Надо было же всего лишь по-любому 100%, знаете, что сделать? Подойти к терминалу, вот к этому терминалу. Да? Ну, естественно. Использовать секретный код. Авторизация выполнена. Запустить программу по нейтрализации вируса. Сейчас тут это вылетит здоровая херня, которая будет мешать нам, надо будет ее убивать. Хорошо сработано, BSSA. Результаты вашей работы открыли нам глаза. Морган Лейнсдейл. Знаю, что Брайан и его ящейка Реймонд совали нос в мой бизнес, но я не знал, что и вас подключили. Вот моя единственная оплошность. Так это вы захватили Терагририю. Так, обезопасить территорию. Ладно, давай. Ага. Так. Да ты чё, гадина, а? Я понял. А вообще это чувачки из этого... Ой, блин, ёб твою мать, Крис. Опа. Я понял. Отойдем. Оу! Так. Хилимся. Нейтрализация вируса выполнена. Следовало ожидать, что вы... Подобный результат. Но ваша игра в казаки-разбойники закончена. Надеюсь, вы понимаете серьезность моего личного появления. У меня есть большая слабость. Я всего лишь... Я боюсь всего. Даже мелочей. И вынужден устранять каждый последний изъян. А ООБ, мой дорогой директор О'Брайен, всю вашу организацию. От вас одни неприятности. Уж не думали ли вы, что я позволю вам совать нос куда не надо? Не обманывайте себя. Вот, взгляните. Ваша судьба в моих руках. Что за... Королева Зенобия? Хоп, а тут, оп, и серия-то подходит к концу, это нифига себе, вот такая вот фигня, ребятушки, 9 эпизод, нет выхода, конец главы, вот такие вот дела, ребятушки, мальчики, вверх, огромное спасибо за просмотр, обязательно с вами еще увидимся, и всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал, ага, спасибо, бро!